промывка картриджей HP и Canon со встроенной печатающей головкой. Для того, чтобы узнать, засох картридж или нет, достаточно взять сухую салфетку и приложить ее к печатающей головке. Если появится четкий отпечаток, то головка не засохла. Если же отпечатка нет или он не полный, то есть несколько способов восстановить печать. В первом случае вам понадобится низкий поддон, промывочная жидкость и салфетки. Налейте немного промывки в поддон. Сложите в несколько раз салфетку и погрузите ее в жидкость. Сверху на салфетку поставьте картридж и оставьте его в таком положении на 2-3 часа. Достаньте картридж из поддона, аккуратно протрите сухой чистой салфеткой контактную группу. Проверьте картридж на наличие отпечатка, приложив салфетку к выходному отверстию головки. Если отпечаток есть, то можно проверять печать. Если отпечаток по-прежнему отсутствует или нечеткий, то следует провести процедуру еще раз, оставив картридж на ночь. Или же попробовав следующий способ. Для этого вам понадобится заправочная станция с силиконовым уплотнителем, которая идет в комплекте с СНПЧ, и шприц. Зафиксируйте картридж в заправочной станции и с помощью шприца начните вытягивать чернила. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока чернила в шприц не начнут поступать без задержек. Извлеките картридж и проверьте его на наличие отпечатка, приложив салфетку к выходному отверстию головки. Нужно учитывать, что устройства HP и Canon используют термоструйный принцип печати, и упустив момент окончания чернил в картридже, печатающая головка может перегореть. При этом все показанные способы могут не помочь в восстановлении печати. Используйте только качественные расходные материалы. Приятной печати!